В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 миллиметров или P-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для G-отгибки. Сейчас и мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на P-отгибке и ослабление фальца на G-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Реперные точки. Так, реперная точка у нас. Так. Вот у нас реперная точка одна. И реперная точка вторая. Здесь у нас первая реперная точка. И еще одна реперная точка. Так, проводим линию. И здесь тоже проводим линию. Так. Приступаем к разметке левой части нашей картины. Здесь у нас находится отворотка 35 миллиметров или отгибка, G-отгибка. Мы видим на бумаге, здесь у нас реперная точка 1, 2 и 3. Мы сейчас эти реперные точки переносим на металл. То есть на металле у нас будет реперная точка 1, реперная точка 2, это у нас уже пошло на верхнюю картину, и реперная точка 3. Сейчас нам нужно будет соединить эти две линии. На картине, которая у нас снизу, и на картине, которая у нас сверху. Вот таким образом. Эта часть у нас, которую мы сейчас делаем заштрихованную, у нас будет по этой линии и по этой линии ослабляться. С правой стороны у нас тоже будет вот эта часть заштрихованная. То есть мы эту часть будем тоже по этим линиям подрезать. То есть мы сделаем ослабление справа и ослабление слева. Сейчас мы будем проверять, как мы сделали правую сторону. То есть у нас на нашей выкройке бумажной указано полностью реперные точки. Сейчас будем проверять, правильно ли мы сделали разметку, то есть
Вот у нас здесь середина, вот она линия, реперная точка первая, реперная точка вторая и реперная точка третья. Нам нужно их соединить в одну линию. Вот у нас первая линия, это на картине, которая у нас снизу, и следующая линия на картине, которая у нас сверху. Теперь мы перенесем наши... Теперь мы проводим разметку реперных точек, которые у нас на Г отворотке 35 миллиметров. Находим первую реперную точку. Вот она. И вторая реперная точка у нас будет пересечение. После того, как мы сделали разметку, теперь мы приступаем к отгибке наших кромок. То есть вот у нас кромка 25, 8. То есть это у нас будет Г-отгибка с левой стороны. И здесь у нас будет справа П-отгибка. То есть 25, 10 и 8. Подготавливаем наш инструмент, который мы будем отгибать. Это роликовый листогиб одинарный. Вот здесь имеется шкала метрическая. И нам нужно выставить здесь 8 миллиметров. То есть мы вот таким образом выставляем и переносим это все на металл уже. Здесь мы тоже смотрим, чтобы все совпало у нас, так как у нас уже есть линия 8 миллиметров, и начинаем работать бендером. Бендером начинаем работать постепенно. Не сразу отгибаем, а постепенно. На всю длину. И постепенно поднимаем нашу кромку. Так, здесь бендер не очень, надо еще раз крутить, закрутить. Картину мы закрепили на зажимы. До конца не доходим, потому что здесь, может быть, вот он заел, но потом это не важно, это мы поправим потом крыльями, вещами. Поднимаем, нам нужно поднимать 90 градусов. Этот у нас роликовый листогиб не со скошенными роликами, поэтому он поднимает максимально у нас 90 градусов. Вот таким образом. Чуть-чуть поближе сюда покажу. Ага.
Так, ну все, подняли 90 градусов, и теперь будем его вынимать.